Анонс и точь до выхода второй серии турецкого сериала «Сказка о пепле». Вторая серия сериала выйдет в эфир 22 февраля. Ранее в сериале мы увидели разговор Арата с матерью. Мужчина говорит, что пора начинать жить дальше, что прошло уже 5 лет, и горевать – это уже просто издевательство над самим собой. Но женщина не согласна с тем, что говорит ее сын. Ей кажется, что он просто заставил свою боль замолчать, но не смог избавиться от нее полностью. Арат начинает злиться. Он говорит, что уже 5 лет они живут в этом доме вместе с призраками. Ему это все уже порядком надоело. Он хочет начать двигаться дальше, продолжать жить свою жизнь, несмотря ни на что. Но женщина говорит, что все будет так же, как было всегда. Люди, которые никогда не принадлежали этому месту, не смогут стать его частью. Они уйдут из этого дома так же, как и пришли в него. У Арата случается приступ гнева, во время которого он разбивает зеркало. Но этого мужчине оказывается недостаточно. Он начинает громить комнату, чтобы заставить свои чувства хоть и надолго утихнуть. Звучит голос девушки, которая признается в том, что ей страшно. Она говорит, что ей кажется, будто Жале все еще живет с ними в этом доме. Показывают мужчину, которому говорят, что именно из-за него один убийца все еще продолжает спокойно жить и ходить по улицам. И кто знает, может, он уже выбрал себе новую жертву. Появляется подозрение, что 5 лет назад Джаля могла не погибнуть. Женщина все еще может быть жива, но если это так, то где она сейчас? На этот вопрос главным героям еще предстоит отыскать ответы. Вторая серия сериала выйдет в эфир 22 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.